соответствии с нашей договоренностью мы передаем вам Skywellness Group, передаем вам список наших инвесторов, которые здесь у нас идет документальный формат. Да, Новый год мы начинаем по-новому, да, как и обещали, как и договаривались, что после Нового года перемены. С благодарностью и с радостью. Каждый месяц теперь мы будем передавать вам каждый месяц список новых инвесторов. Спасибо, так что вы держите свое слово. Да, благодарю. Да. Здесь финансовый директор. Здесь имеются все данные на инвесторов, которые мы делаем первый раз, первая передача. Так, они будут все внесены в реестр, естественно. Да, здесь есть все данные на наши инвесторы. Да, благодарим. Спасибо. Мы все равно ставим цель сейчас увеличение, как я и говорил, в декабре месяце. Ту цифру, которую мы намерены прийти. Может, для этого уже потенциал сложен определенно. И сейчас... Ну, в январе это не произошло, да? А мы говорили с вами, что нам в январе нужно сделать... сохранить старт, объем, да, старт. И в январе месяце мы увеличили объем на 20%, 23%. То есть субвенция есть? Движение мы сдвинули. Мы сделали этот первый толчок. А сейчас будем разгонять. Вы видите, как можно по-разному толкнуть, да? Да. Все толкнут одинаково по-разному. Нет, да, по-разному движение. Нужно составляющие, как вы говорите, мелочи все соединить воедино, тогда будет все красиво. Я люблю вот кино ходить, там, люблю фантастику смотреть, фильмы катастрофы. Просто интересно, как видят в Голливуде, в частности, что ждет цивилизацию. И многие вещи, которые в фильмах обыгрывают, они вполне возможны. Но там чаще всего инопланетяне прилетают, там все отнимают, там мочат всех, да? Или там войны, или там метеорит упал, да? А вот как бы сценарий, а он наиболее вероятный, когда индустрия, которую придумал человек, это дитё, рождённое цивилизацией. Индустрия убьёт цивилизацию. Собственно, ребёнок. Это не обыгрывается. И это напоминает мне один, как бы вот, что, как ведёт себя цивилизация, один эксперимент. Это не я его проводил, я гуманный для таких экспериментов человек не могу. То есть, представьте, вот две конфорки, горит газ, да, плита. Стоит кастрюля с горячей водой, очень горячей, и стоит кастрюля с холодной водой. Беру две лягушки и бросаю в кастрюлю. Как вы думаете, которая спасется? Которая была в кипяток. Она выпрыгивает. Она даже не спит, она пулей вылетает. Отоварится. А та сидит, попала в комфортную воду. Что там лезть куда-то? Та сидит, значит, нормально. Потом что-то тут горячо, она раз подвинулась. Ну, более комфортное место. Там тоже горячо, она вот сюда подвинулась. Там тоже горячо, она вот так вот, пока потом, и свалилась. Цивилизация так себе. И у меня есть программа, как, во-первых, как бы изменить индустрию, то есть сделать жизнь на Земле другой, да? И вынести опасную часть индустрии в космос, в ближний космос. И это примерно тот шаг, на который пошли неандертальцы когда-то, когда жили в пещерах, и вы делали шкуры, жарили мясо на углях, да? Это были первые технологии. И в 20 лет умирали от рака легких. Там закрытые смог... помещения. Конечно. Но они в доме жгли костры. Да? Сейчас нашим домом стала биосфера. У него нет перегородок. У них нет стен, да? И нет форточек, куда это все вылетит. Американцы уже сегодня сжигают больше кислорода на своей территории, чем вырабатывают зеленые растения на территории США. Они живут долг у нас. Тайга вырабатывают, да. Ну, планеты, ну, в первую очередь Россия, вот Сибирь, сколько там кислорода вырабатывают, да? Это вот Бразилия, там, да, джунгли. Вот, ну, только один факт. Вот это, да? И они догадались, неандертальцы догадались, надо вынести технологии за пределы дома. Так нам это надо догадаться делать. Вынести технологии за пределы дома, и все будет нормально. Да. Так? То есть за пределы биосферы, а это ближний космос. Кстати, многих, сейчас мы с Европой работаем активно, Чехии, Словакии, Венгрии,
их очень всегда интересует экологический вопрос. Ну, он обычно локальный, ведь я думаю, почему я это вот как бы все придумал, а то, что у нас вот пути простые, а то, что, знаете, с детства не заставляют там зарабатывать, думать, а как, куда пойдешь учиться, а что ты будешь зарабатывать, как ты свой бизнес, да? А я не об этом думал, мне было интересно, огромная страна, огромный мир, да, и вот это и порождало такие решения, а у американцев это решение не появилось. Так вот, у французов, у немцев нет. У них локальная все равно экология. А если даже глобально, то, извините, они как бы... Я не верю тому, что говорят те экологи, которые получают Нобелевскую премию. Они причин не видят настоящих. Настоящая причина Амазона. В чем ЦОНО? Это маленькая часть того, что происходит. И решив эту проблему, не будет решена другая проблема, понимаете? Вот вместо почвы будут терриконы. А вместо кислорода в атмосфере, ну, будет не CO2, будет азот или что-то еще. Или какая-то там кислота, понимаете? Потому что для индустрии это не нужно. Кислород, почва, да? То есть там другое нужно. И вот эти процессы идут, они неизбежны. И при этом космос нужен не только потому, что, чтобы очистить Землю. Космос дает колоссальные технологические возможности для индустрии, для производства. Там есть несколько ресурсов, которых нет на Земле. Один из них – невесомость. На Земле нет невесомости, кроме кратких мгновений, когда самолет по определенной траектории летит, и там секунд 20-30 самолет в невесомости попал. А месяцами, годами невесомость нельзя создать. Да? Так если невесомости будем делать уже плавить сталь, она может быть как пенопласт, а прочнее стали. И будет коррозионостойкой. Потому что невесомость дает новые возможности для получения уникальных материалов, уникальных конструкций, да? Уникальных лекарств, в конце концов, много чего другого. Это один ресурс, которого нет на Земле. И второй ресурс, которого тоже на Земле нет, вакуум. И когда там металлурги плавят стали, там, это, как не знаю, чик-чик, это, кочергой там пробивает эту дом и начинает сталь, да, литься. И искры летят, все радуются, там дым идет, она окисляется, она горит, она ухудшает свое качество. Нельзя сталь выплавлять в атмосфере, а там вакуум. И там будут абсолютно чистые сплавы, абсолютно чистые металлы. И они будут другими, более дешевыми. Там бесконечные пространственные ресурсы, триллионы километров в любую сторону, пространство бесконечное. Минеральные ресурсы бесконечные. Астероиды, планеты, да, Луна тоже, да? Энергетические ресурсы бесконечны. Солнце еще будет светить минимум 5 миллиардов лет. И нет облаков, которые его закрывают. Да. И не надо токамаки делать и тратить на это 15 миллиардов долларов. Природный токамак, вон он работает, Солнце, причем надежно работает. Ни разу не взорвался. Еще 5 миллиардов отработать, не взорвался, понимаете? А что такое вот... Тысячи километров на километр взять отражатель, это пленка просто. Направить на Солнце, а в фокусе поставить парогенератор замкнутого цикла. Вот тебе электростанция мощностью 1 000 000 кВт, которая будет вырабатывать энергию 1 000 000 000 лет. Простейшая. Простейшая, дешевая, пленка, сколько она стоит. А там замкнутый цикл, парогенератор, и он крутит генератор. Вырабатывает энергию от Солнца. Тоже через нагрев и так далее. Но не топливо мы жгем, не термоядерное топливо жгем, понимаете? Не ядерное топливо, не химическое. Естественно. Да. Так вот, пожалуйста, энергетический ресурс бесконечный. И вот это все можно, ведь основное потребление энергии и материалов не человек, а индустрия. Индустрия же потребляет все материалы, в основном индустрия всю энергию потребляет. Так вот там индустрия, пусть она потребляет нам. А мы будем получать готовую продукцию. Нам не надо, мне не нужна на Земле руда, мне нужен гвоздь, там, ножницы, что-то, мясорубка, остальная, да, конечно, продукт, конечно, да. Химия, там совсем другая химия нужна. Да. Так вот, для этого нужно нам космос. Потому что нас уже 7 миллиардов человек. И все больше и больше территории на планете и места в биосфере у человека отвоевывает индустрия. Придуманная человеком. Да? И человек убьет и себя. И все живое. Ну, и
Можно даже сказать, что три основные задачи есть. Первая задача – это обеспечить необходимый поток инвестиций для экотехнопарка, чтобы все-таки сертифицировать транспорт. Второй этап можно такой большой назвать – это реализация как самой струнной технологии по всему миру, так и, кстати, адресные проекты, и в том числе про линейные города. Буквально вот рассказывали в прошлый раз, мы с вами встречались, про дома, что они уникальны в своем роде, по сути. Они там тоже используются струнные технологии. Да, но это высотные дома, у меня есть патенты, когда высотный дом, ну, небоскреб строится сверху, мне объяснить. Опять для традиционщика можно взорвать мозг. Это микровзрыв. Нет, там на самом деле ничего сложного нет. Это все. То есть это делается достаточно просто, у меня есть патент. То есть у любого высотного здания есть ядро жесткости. Там, где лифты, да? То есть та часть, которая несет нагрузку. Вот мы ядро жесткости строим с помощью опалубки, непрерывно, да? Просто ядро. И высотой 100, 200, 300 метров. Потом делаем технический этаж там и спускаем трубы, которые станут будущими колоннами. Сверху вниз спускаем трубы, до фундамента доводим, потом немножко напрягаем, потом пропускаем арматуру проволокуса, попрошу через эти колонны. Так? Это будущие колонны, еще нет. А потом снизу подаем бетон. И строим сразу колонну высотой 200 метров. При этом как сейчас строят? Там 3 метра, 4 метра, опалубка, арматура, да? Плита, которая еще не схватилась полностью, да? Короче, построить немножко схватилась, начинают разбирать, чтобы на эту свежевыложенный бетон положить новую плиту, снова поставить опалубку, снова колонну и соединить арматуру вот так. Она же не может быть непрерывной. При этом арматура не может быть преднапряженной, так? А здесь у нас арматура непрерывная, нет стыков. Это очень важно. То есть цельная? Цельная. При этом она преднапряженная, значит, она лучше будет работать. И колонна будет не вот такая, чтобы тоже нагрузку нести, а вот такая колонна. Так? И когда мы строим вот снизу вверх, то у бетона тоже будет стык. Да. И он не может быть равнопрочным. Это слабое место. А у нас непрерывно забетонируем, нет стыка вообще в бетон. А потом делаем одну плиту, опалубку, наверху размещаем, а потом с помощью канатов, с помощью полиспастов опускаем опалубку, допустим, в 100-этажное здание, на 99-й этаж. Опустили, зафиксировали, разложили арматуру, залили бетоном. Немножко схватился, опустили на этаж, зафиксировали, разложили. Опалубка, прям по этому полу. И одной опалубкой, одной. Идеально ровно, ведь я помню, в Москве там квартиру хотел купить, это самое, вот, монолитную. И как зашел, мне же страшно стало. Все кривое, все вот так вот. Пол кривой, потолки кривые, стены кривые. И в полу дырка. Я говорю, а не дырка ничего. Ну, канализацию, провода туда положишь. Да, вот такой дом, да, а там у нас другой дом. С гладким, абсолютно ровным потолком, потому что опалубка идеальна, да? И доходим до низу, а потом возводим стеклянные стены с вакуумом стекла, которая по теплопроводности 1.5 сантиметра заменяет кирпичную стену по теплоизоляции, точнее 1.5 метра. И дом готов. Он будет 30-40 дешевле. И в итоге мы получаем надежный, экологичный. Его можно положить на бок, он не сломается. Это очень прочно. Вот как этажерка. Поэтому землетрясение не страшно.